Дайте. Що, друзі, добрий вечір. Раді всіх вітати. Ми розпочинаємо шостий випуск футбольної вікторини КПЛ Квіз. Сьогодні у нас дуже цікаві гості, гості різносторонні, з різних міст. Тому давайте будемо починати презентувати ми гостей. Давайте підемо з міста Тячева. Ми в цьому місті вже провели два всеукраїнських, один міжнародний турнір. Вітаємо в ефірі Павло Оржиховський, головний тренер команди СК Тячів. Паш, привіт. Привіт. Як там Тячів поживає? Нічого, як і всі на карантині. Ну, слава Богу, вже скоро може закриється, побачимо. Дуже всі хочуть тренуватися. Дякуємо за запрошення. Тячівщина, всіх вас чекає в гості. Дякуємо. Вітаємо наступного учасника. Місто Славута, команда Декервент. Андрій Цілищев. Андрій, вітаємо тебе в ефірі. Привіт. Привіт. Хлопці. Як Славута поживає, як справи? Все нічого, все нормально. Тренуємося по домівкам. Пробуємо. Чекаємо, поки головний тренер Сашко Баландюк вже виведе нас на більш серйознішу тренувальну базу, можливо, з 11 числа. От, бажаю всім приємного вечора і приємно провести час в хорошому колі хороших друзів і футбольних знавців. Дякуємо. Вітаємо наступного учасника Дмитро Сисоєв, команда ФК Нікос, місто Київ. Дмитро, вітаю тебе в ефірі. Да, привіт. Привіт. Як у тебе діла, Дім? Грустно без футбола, тяжело сидеть дома. И тут, видите, вы пригласили, спасибо. Я посмотрел прошлый выпуск. И до прошлого выпуска я думал, что что-то понимаю в футболе и знаю историю. Когда уже ничего не знаю, ничего не понимаю. Из 15 вопросов, которые задавали, которые Артем задавал, я, по-моему, 4 ответил для себя. И понял, что это тяжело все будет. Но сегодня буду хоть и сладенькой булочкой для вас, но без борьбы не сдамся. Так что поиграем. Отлично, спасибо. Рад тебя видеть. Взаимно. Представляем наступного участника. Андрей Якименко, команда Blackburn Rovers, місто Київ. Андрей, вітаємо тебе в ефірі. Всем привет. Привет. Як справи у тебе? Тоже все хорошо. В целом, конечно, изоляция – это временное неудобство, но я уверен, что мы это все преодолеем. Хочется поиграть в футбол, выйти с ребятами, почувствовать наконец-то снова этот весь запал, эмоции. Вам спасибо, что пригласили на данную викторину. Да, дякуємо тобі також. І вітаємо Андрій Савченко, команда Машинтек, віце-чемпіон Голдліги нашого зимового чемпіонату Даймондліги. Андрій, вітаємо тебе в ефірі. Щось Андрій, походу, в нього зв'язок пропав. Андрій? Савченко? Андрій? Не чути, да? Хто чує Андрія Савченка? Ніхто не чує, да? Ні, не чути. У нас поки що передають ребята, які в Фейсбуці коментують. Вот Карлина Барцумян, Євгеній Морозенко, Олександр Олешко передають всім привіти. Рома Канонець. Перед цим ребята передавали привіти. Уже є, пишуть, за кого хто переживає і хто за кого буде болеть. Так що пишіть, з якого ви міста, щоб ми знали теж. І за кого команду ви болеєте. А ми йдемо далі, поки Андрій настраюється з інтернетом, йдемо далі. Ну що далі? Далі Микола Попов, я хотів презентувати, також не підключився, да? Так. Да. Ну, він буде підключатися у нас, як тільки він підключиться, ми зараз... Я ще раз запитаю. Андрій Савченко, чуєш нас? Андрій. Так. Тьом, розкажи поки правила, що як буде, я наберу Андрія. Mm-hmm. Знаю, хорошо, я хочу напомнить, что у нас Виталик Демченко тоже, Иван Заставский, рады видеть нас среди тех, кто комментирует. Итак, у нас будет два студии, будет два вида комментариев. Это первый, кто те, кто студии комментирует. Победители студии выйдут в финал. У нас будет такой большой финал Лиги чемпионов, кто лучше среди всех, кто принимал участие на протяжении этого карантина. Также у нас будет определяться лучший среди тех, кто комментирует в Фейсбуке. Этот человек тоже попадет непосредственно в финал. Как будет выходить, ну,
выполняться непосредственно викторины для тех, кто первый раз присоединился у нас в Фейсбуке. Будут, как уже сказано раньше, 15 вопросов от организаторов, и 6 вопросов будет от непосредственно от участников сегодняшнего эфира. Каждый полученный правильный ответ – это 1 балл. Артем Папенко будет записывать, и непосредственно посчитаем, победитель будет тот, кто набрал больше всего баллов. Итак, сейчас Артем Папенко готов. Будем зачитывать первый вопрос. Я думаю, что и люди, которые смотрят нас в Фейсбуке, непосредственно могут его комментировать. Итак, первый вопрос. Все готовы? Первый вопрос. Выводим мы на экран. Артем Папенко может зачитать. Давай я почну українською. Яка збірна на першому в історії чемпіонату світу 1930 року отримала срібні нагороди? Варіанти відповіді. Перший – Аргентина. Другий варіант – Бразилія. Третій варіант – США. Четвертий варіант – Мексика. Яка збірна на першому в історії чемпіонату світу 1930 року отримала срібні нагороди? Аргентина, Бразилія, США, Мексика. У нас от Андрій вже дає відповідь Савченко, да? Сейчас мы даем пока что время, чтобы у нас, так как у нас идет задержка в Фейсбуке, мы даем возможность проголосовать участникам, которые делятся в Фейсбуке. Я, наверное, хотел задать первый вопрос. Дим Сысоев, скажи, пожалуйста, с какого ты чемпионата мира начал вот увлекаться футболом, и первый чемпионат мира какой был для тебя? Я вот с 30-го и начал. Я сидел на трибунах там, мне уже просто много лет. Я сейчас вспоминаю, кто же там выиграл. Да нет, где-то с 98-го. В 98-м году Бортезу, да, Лысину поцеловали? Да. Вот в 98-м я увидел этот поцелуй и влюбился в футбол. С 98-го. У нас уже пошли комментарии. Татьяна Дорн, приветствуем. США считает. Александр Олешко, Бразики. Алексей Костик и Рома Канонец тоже дают свои комментарии, а мы смотрим. И пока что, наверное, Андрей тоже Якименко хотел узнать. Андрюш, а ты с какого начал года? Я вообще где-то футболом начал увлекаться где-то так в 2000-м, может, где-то в 96-м, может, где-то вот в том районе, скажем, по время. Павло, ты пам'ятаєш, хто став першим переможцем у першому чемпіонаті світу? Ні, я, якщо чесно, теж не дуже такий обознаний, але так, на інтуїцію плюс-мінус інформація така, я не дуже в цій сфері так сильний, як то скажемо. Добре, до нас приєдналася Леся, також коментує Олеферчук. І так, бачимо, я голосую на студії, давайте подивимося на перше запитання. І так, показуємо, будь ласка, свої аркуші з правильною відповіддю. Макс Печерський теж радий тебе бачити. Євгеній Морозенко радий бачити. І так, Андрій, Тьом, тебе диктувати, чи ти бачиш? Я не бачу Андрія Савченка тільки. Андрій Савченко номер 2. І так, Андрій Кименко, Андрій Кименко номер 1 і Андрій Славута номер 1. Всі остальні вважають, що це номер 2. Итак, вы знаете, Евгений Морозенко правильно написал, у нас уже был такой вопрос, что первый чемпионат мира 1930 года выиграла команда Уругвай. Ну а кто же непосредственно, смотрим, команда, которая получила серебряные медали, это была номер 1 Аргентина. Так что поздравляем тех, кто взял свои первые баллы. Тём, я хотел уточнить, кто у нас ответил один? Андрей Якименко, да? И кто еще? И Андрей Славута? Да? Да. Дякую. Итак, идем дальше. И следующий вопрос у нас, который будет, это... смотрим. Секундочку сейчас. Кто был первым бразильским легионером Динамо Киев? То есть кто первым из бразильцев пришел к нам в Динамо Киев и выступал за киевский клуб? Есть такие варианты. Первый – это Алмейда.
Второй – это Ринкон. Третий – это Клибер. Четвертый – это Радольфа. Итак, есть несколько вариантов ответов. Итак, смотрим. Первый – это Алмейда, второй – Ринкон, третий – Клибер, четвертый – Радольфа. Пока наши зрители в Фейсбуке голосуют, хотел спросить, наверное, у Андрея со Славуты. Андрей, скажи, пожалуйста, за кого у вас болеют в Славуте больше сейчас в украинском чемпионате? В украинском? Да. Ну, як то, думки розділились, в принципі. Ну, в основному, в принципі, як завжди, між Динамо і Шахтарем. Ну, більше до Динамо схиляються. Десь 78% за Динамо все-таки вболівають. Ну, є ще варіанти там за Дніпро і за Зорю. Ну, Шахтар, там, в принципі, на Західній Україні мало хто сприймає, як зазвичай. Ніхто там не хоче там сказати, що це... Ну, пов'язується з Сходом і Заходом, але ну так історично склалося. Дякую. Я хотів запитати, мабуть, Діма Сисоєв, уже з опитом болельщик і київлянин, а також спросити наших зрителей, хто в Фейсбуці пише, тоже напишіть, просто в коментарях, хто вважає, хто лучший вообще бразилець був в составі Динамо Київ вот, за всю історію чемпіонату України. Дим, как ты считаешь, кто был лучшим, на твой взгляд, бразильцем? Ну, Диого, наверное, Ринкон. О нем все отзывается очень, очень добротно. И насколько я помню, то тоже он выделялся. Он выделялся в двух. Он выделялся на поле и вне поля. Вне поля ночными клубами, а на поле игрой своей. Поэтому я думаю, Диого Ринкон, получше я его не помню. Мне очень нравился, знаешь, какой еще защитник Родриго был. Тоже в Динамо, очень жесткий, который с Алиевым подрался, по-моему, это очень жесткий, очень классный был. Ну, а так Ринкон, я думаю. Хорошо, спасибо большое, у нас разные варианты пишут тоже, кто-то считает, что Морайес был хороший, кто-то Клибер, кто-то Ринкон присоединились. Ну и мы смотрим, как голосует у нас студия. Итак, показываем. Значит, Андрей Кименко номер 2, Андрей Савченко номер 2, Паша... Андрей, Дима, ждем ваших варианты. Павел считает, что номер 4. Артем, можно еще раз? Еще раз, можно? А, варианты выставить картинку, да? Да, да, да. Да-да, сейчас, секундочку, выставлю картинку, чтобы можно было увидеть. Итак, номер 1 – это Алмейда. Номер 2 – Ринкон. Номер 3 – Клибер. Номер 4 – это Родольфа. Итак, Александр Олешко пишет, что лучшим бразильцем в истории Динамо Киев был Морозенко. Тоже интересный вариант. Так, Дима, вариант номер 1. Так, Дима номер 1. А Андрей Славута номер 2. Да, итак, да, смотрим да, правильный да. ответ. Кто же все-таки был ближе всего? Интересно, что практически все в Фейсбуке, кто да, участвует, дали правильный ответ. И это номер 2 Диего Ринкон. Причем большинство, да, то есть сказали, что он, ну и как... Одним из первых, кто пришел, также кто был одним из лучших. Итак, мы... И Андрея дают правильный ответ. Да. Мы даем третий вопрос. И после третьего... Кстати, вот Карлен пишет, что только вчера смотрел их матч 4-2, и Клибер был там. Так что, видите, люди пересматривают футбол. Итак, идем дальше. Значит, хоть бы на вопрос ответить один. Третий вопрос. Артем Павленко, зачитай, пожалуйста. В якому клубі провів Клоп 325 матчів у другій Бундеслізі, що стало рекордом для цієї ліги? Питання. В якому клубі Клоп провів 325 матчів у другій Бундеслізі, що стало рекордом для цієї ліги? Варіанти відповіді. Карлсруе. Другий варіант. Динамо Дрезден. Третій варіант. Майнц. Четвертий варіант. Айнтрахт. Пока голосують у нас в Фейсбуці, Павло, питання до тебе. Скажи, ти з нас всіх ближче до Німеччини зараз на відстані знаходишся. Твій улюблений клуб в Німеччині? Навірно, Борусія Дортмунд, я не знаю. З чим це пов'язано? Отакий більший яскравий, бистрий футбол. Ну, не знаю, якийсь стиль такий. От тут за Клопа йдеться мова. Він як і в Борусії
в них стиль був практично одинаковий, і як зараз в Ліверпулі. Ну. Угу. З такої точки. Так, цікаво дізнатися, Женя Грицюк теж тебе радий бачити. Цікаво у наших глядачів у Фейсбуці теж, які для них вони вважають самый замечательный и интересный клуб, вот, который представляет Германию. А мы переходим, что, как у нас прогласовала студия, напомню еще раз, Юрген Клопп, да, все его знают, тренер Ливерпуля, в каком матче, да, он, ой, в какой команде он провел больше всего матчей. Итак, смотрим, как голосует студия. У нас осталось Паша и Дима. Ну, как сказал Макс Печерский, а вернее написал с 1990 по 2001 год, Юрген Клопп, он был игроком команды Майнц номер 3. И тут Иван Заставский добавил, что он еще был экспертом даже. Так что идем правильный ответ. Скажите, пожалуйста, Дим, ты откуда знал? Ты изучаешь хорошо Юрген Клоппа, как думаешь, почему все так правильно ответили вместе? Верно. Я? Да-да-да. Я не знаю, ты знаешь, мне кажется, бабушка даже моя знает, что Клопп тренировал Майнц до Боруссии. Он же тренировал только сколько команд? Три? Майнц, Боруссию и Ливерпуль? Он же больше никого и не тренировал. Ну, он, по-моему, закончил игроком в Майнце. Он с Воронина. С Воронином играл, по-моему, один или два сезона. Потом Воронин у него играл как игрок, он был тренером. Ну и пошел потом Боруссия Дортмунд, Ливерпуль. Не знаю, я слежу, я знаю, мне он нравится. Ну, бабушке привет. Бабушка, хорошо. Бабушка, да. Молодец, хорошо. А мы сейчас передаем слово Андрею Якименко. Андрюш, пожалуйста, вопрос от тебя. Ну, вопрос. И четыре. Кстати, вот интересно, Женя Грицюк написал, что Вердер Бремен это является самая непредсказуемая команда. Вы согласны с этим? Да, возможно. Если по ставкам. Дима Тимошенко тоже рад видеть. Он написал, что он был там и тренером, а до этого капитаном. Андрей, передаем тебе тогда вопрос. Да, ребят, еще раз всем привет. Всем привет, кто нас смотрит. Вопрос у меня будет касательно сборных. Сколько сборных за всю историю выигрывали чемпионат мира по футболу? Повторю вопрос. Сколько сборных за всю историю выигрывали чемпионат мира по футболу? Вариант номер один – 7. Вариант номер 2 – 8. Вариант номер 3 – 9. Вариант номер 4 – 10. 7, 8, 9, 10. Итак, пока что у нас сейчас начинают голосовать в студии, ну, не вернее, в Фейсбуке. Мы вопрос Андрея Славута. Андрей, скажи, пожалуйста, на последнем чемпионате мира ты за кого болел? За какую команду? За ту, которая не вышла. За Голландию. За Голландию? Ну, с чем связана неудача этой команды? Ну, так. Чего? Неудача с чем связана этой командой? С молодостью. Угу. Ну, я так считаю. Не было опыта. Хорошие игроки, но не было опыта и немножко не повезло. В отборе, я имею в виду. Хорошо. Спасибо большое. Так, показываю ваши варианты. Ответа? Я показал, да? Нет? Еще раз можно, пожалуйста, потому что сейчас будет как раз голосование. Итак, чуть выше, Андрей, 2. Андрей, 2. И Дима, 3. То есть Дима только назвал номер 3. Мы смотрим, слушаем правильный ответ. Правильный ответ, номер 2. 8 команд. 5 раз побеждала Бразилия. 4 раза побеждали Германия и Италия. По 2 раза побеждали Аргентина, Уругвай и Франция. И по разу чемпионами были Испания и Англия. Дима Тимошенко прямо даже не только назвал цифру, но он расписал команды. Так что, ну и в принципе все тогда и правильно называли. То есть, как мы видим, среди тех, кто голосовал в Фейсбуке, и Виталик Демченко, и Леся Лиферчук, и много других ребят дали правильный ответ. Хорошо, мы идем дальше. Следующий ответ у нас, от ХФЛ. Смотрим на экран. И вопрос, кто является самым титулованным футболистом в мире? То есть у кого больше всего титулов? Первый номер – это Райан Гиггс. Второй номер – это Витор Бая. Третий – это Даниэль Алвес.
И четвертое – это Андрес Иньеста. Кто из них является самым титулованным футболистом в мире? Поэтому, кстати, в десятку титулованных игроков в мире, ну пока вот у нас люди, Юрий Фербей, тоже мы тебя рады видеть среди тех, кто комментирует в Фейсбуке, входит и Шовковский, тоже еще, то есть вратарь, то есть входит как туда и нападающие, как вы поняли, и защитники, и полузащитники, и вратари. И я вот, наверное, хотел задать вопрос, Дим, как тебе игра Шовковского, вот вообще, считаешь ли ты его, допустим, лучшим вратарем в Европе, как принца? В Европе? Ну, когда он играл в тот момент. Да не, ну ты знаешь, мне другие больше нравились. Я не могу сказать, что он прям лучше был. У него были как топовые игры, я помню, так и ляпы были очень серьезные. Но как вратарь, который прошел очень много сложностей в жизни по поводу травм, то это, наверное, номер один в Европе, которых знаю я, мой ты в мире. То есть человек перенес столько операций, столько тяжелых периодов в жизни. Я читал его биографию, но очень тяжело. Очень. Там сила воли сумасшедшая у человека. Он вернулся после, там, я не знаю, тяжелейших травм, которые его преследовали. Плюс, не забывайте, там игра со Словенией была. Вот. То есть морально он, наверное, номер один из вратарей, которых знаю я. А по игре, ну, я бы не сказал, там и итальянцы были очень хорошие. Мне нравился Тольда всегда. Мне нравился Буфон, которому уже 96 лет, он еще играет. Вот. Поэтому, ну, не согласен. Хоть он и наш, но... Хорошо, спасибо. Значит, пока мы видим результаты, как проголосовала у нас студия, я предлагаю нашим, ну, ребятам, которые комментируют в Фейсбуке, написать, кто для вас действительно является самым лучшим футболистом в мире. Ну, вот за всю историю футбола. Мы смотрим, как голосует студия. Итак, мы все единогласно. Сегодня у нас как никогда в студии голосуют вместе и одинаково. И смотрим правильный ответ. Тёма записал, это номер 3, и так и есть, это действительно верный ответ, и вот даже Рома написал, да, у нас в Фейсбуке комментарии, что у Алвеса было вчера даже день рождения. Но у нас... Прошедшим его. Поздравляем. Ну, а у нас продолжается дискуссия, и вот Евгений Морозенко написал, что он считает одним из лучших, это Олежка Александра, Карлен считает Зидана, так что тут даже сложно определить, кто... то на самом деле лучше. Мы идем дальше. И следующий у нас вопрос. Артем Папенко зачитает. Какой из этих клубов не был чемпионом Италии по футболу? Варианты ответов. Сампдория. Второй вариант. Лацио. Третий. Аталанта. Четвертый вариант. Фиорентина. Какой из этих клубов не был чемпионом Италии по футболу? Сампдория. Лацио. Аталанта. Фиорентина. Я думаю, все. Наверное, начнем. Андрей Якименкос, ты в Италии, в итальянском чемпионате за какой клуб? На сейчас я не за какой. Раньше, конечно, я был когда подростком, наверное, как и 50%, может, и более болел за Милан, потому что там выступал Андрей Шевченко. Сейчас мне нравится то, что в Италии клубы развиваются, покупаются новые интересные футболисты, и я думаю, за счет этого они выйдут все же на новый уровень. Хотя, вот, к примеру, та же Аталанта, вроде каких-то таких больших имен нету, но играет достаточно неплохо. Хорошо, спасибо большое. Так, мы пока, значит, показываю студии, как кто проголосовал, просим наших зрителей в Фейсбуке написать, за какой итальянский клуб, итальянским клубом, за игрой итальянского клуба, кого они следят. И для них он, ну, так, интересный, и ихняя игра. Так, смотрим. Как голосовала студия? Так, Андрей Кименко 3. И вот у нас Андрей только все номер 3 считает, кроме Андрея Савченко, он считает, что номер 4. Спасибо. Итак, ну и сегодня вообще как никогда, вот шестой выпуск, да, шестой выпуск, кстати, вот Дмитрий Тимошенко подсказывает, 20-20 выиграл. Смотрим, правильный ответ. Не все знают, сколько Лацио побеждает украинцев, сколько Лацио в Растон есть. Смотрим правильный ответ. И правильный ответ – это номер 3 – Аталанта.
Аталанта. У нас все правильно, кроме Андрея Савченко. Да, кроме Андрея Савченко. Итак, следующий у нас будет вопрос, и после чего мы будем просить Павла Ажиховского для нас питание. Добре? Хорошо, хорошо. Тільки не зараз, тільки зараз ще одне запитання від Ліги. Так, добре, добре. Хлопці, що Рома Конець вболіває за Рому, Карлен за Мілан. Ну, ще з тих років, коли Шевченка грав у ньому. А ми дивимося наступне запитання, і воно таке. Хто із них, із цих тренерів, дольше всього тренував Барселону? Номер один – це Луїс Енріке. Номер два – це Франк Райкард. Три – это Эрнесто Вальверде. И четыре – это Хосеп Гвардиола. Есть четыре варианта. Да, это первый – это Луис Энрике. Второй – Франк Райкард. Третий – это Эрнесто Вальверде. И четвертый – Хосеп Гвардиола. Итак, смотрим. Пока что у нас голосует. Виталий Демченко вот еще написал по прошлому ответу, что Юве он считает. А я хотел бы на данный момент задать вопрос. Дим, скажи, пожалуйста, вот вечный вопрос, Барселона или Реал, ну, то есть кто-то болеет за Барселону, кто-то за Реал. Для тебя это тоже вопрос или нет? Или ты четко имеешь ответ? Я за Барсу болею. Я Реал не люблю с детства. Реал, так же, как в Италии, Интер не люблю. Я люблю Милан. Поэтому Барса – это и зрелищность, это и, ну, нельзя сказать, легендарные, они в Реале легендарные игроки. Ну, мне нравится стиль Барса. Это более эффективная команда, более эффектная. Ее все любят, наверное, за это. Угу. Вот. То же самое касается Месси и Рональдо. Я думаю, тоже здесь все очевидно. Для меня. А для тех, кто болеет за Реал, я думаю, Рональдо будет номер один. Угу. Для меня Барс. Андрей, хотел спросить Андрея со Славутой. Скажи, пожалуйста, Андрей, у вас по городу больше ходят в футболках Реала или Барселоны? Декорленда. Ну, это само собой. После этого Манчестер Юнайтед, а после только этого Динамо Киев. Ага, интересно. Манчестер очень неожиданно. Ну, как есть. Вам в город приезжала эта команда? Какая? Декорленд была однажды, да. Хорошо, спасибо большое. У нас проголосовало, ребята голосуют в Фейсбуке. Смотрим. Итак, как проголосовала студия в этот момент, вот у меня тоже вопрос к тем, кто голосует в Фейсбуке. Для вас все-таки Барселона или Реал ближе? За кого вы болеете в чемпионате Испании? Ну, а мы смотрим правильные ответы. Итак, Андрей Якименко номер два, Павел номер два. Все, в общем, Андрей считает Савченко, что номер один. Кстати, вот Женя Грисюк говорит, что был на Камп Ноу. Значит, соответственно, скорее всего, болеет за Барселону. А мы смотрим правильный ответ. Правильный ответ – это Франк Райкард номер два. Интересно, что среди действительно среди тех, кто у нас в Фейсбуке комментирует, ну, большинство Барселона, но вот Александр Лешко за Реал Мадрид. Интересно. Как еще, кто еще, за кого все-таки больше, Барселона или Реал, пишите. А мы переходим к вопросу в студию. И, как я уже сказал, задает его Павло Ржиховский. Значить, в мене таке питання. Наймолодший дебютант в історії Донецького Шахтаря. Нормально мене чути? Так, да, добре. Значить, перше – Дмитро Чигринський, друге – Олександр Воскобойник, третє – Геннадій Зубов і четверте – Георгій Арабідзе. Ще раз, наймолодший дебютант в історії Донецького Шахтаря. Дмитро Чигринський, Олександр Воскобойник, Геннадій Зубов і Георгій Арабідзе. Ну там я вже після відповіді деякий нюанс скажу. Добре. Скажи, будь ласка, Павло, чому саме вибрав це ти питання? Ну, мені любить, ну, подобається Шахтар, я не знаю, чого так просто, ну, чисто, так, я не знаю. А на даний момент? Да, я вболіваю за Шахтар, люблю його стиль, ну, мені подобається команда, я так чуть-чуть цікавлюсь нею. Можна ще раз питання повторити, будь ласка. Да. Наймолодший гравець, дебютант в історії Донецького Шахтаря. Дмитро Чигринський перший,
другий Олександр Воскобойник, третій Геннадій Зубов і Георгій Арабідзе. В всій історії, так? Ну, да, як да. За все існування. Так, да, так. Да. Зрозуміло, дякую. Угу. Андрій Савченко, ти слышиш? Говорити можеш чи ні? У тебе інтернет як? Прямо звук. Андрій, скажи, будь ласка, ти у нас як болельщик Шахтера, да? Скажи, будь ласка, ти вважаєш на даний момент, хто лучший ігрок? Со звуком що-то. Да, хорошо, ми поняли. По губам поняли, що весь вся команда лучше. Спасибо большое. Итак, голосуем, кто как считает. Ну, просим также проголосовать, вернее, написать, кто для вас лучший игрок Шахтера на данный момент, пока студия голосует, в комментариях в Фейсбуке. Итак, ребят, показываем листочки. Итак, значит, номер три, три человека, и Дима Сысоев считает, что это номер четыре. Паш, ждем правильный ответ. Да, да, правильная відповідь Геннадій Зубов. Я говорив там за нюанс. Вони всі дебютували в 17 років, але, наприклад, Геннадій Зубов в 17 років 49 днів, і там, наприклад, Воскобойник в 17 років 194 дня. Розумієш, тому я говорив за цей такий нюанс. Угу. Ти бачив гру Геннадія Зубова? Так. Да. Да, цікаво, я теж пам'ятаю, був на стадіоні. Я не так молодо, ну, по годах, як вигляджу, знаєш. Я так ще чуть-чуть запомнив Зубова. Да, да, да. Дякую. Так, це який варіант Зубова був? Номер третій номер був. Так, да, дякую. Я просто уточнюю. Да, да, да. Евгений Марсенко спрашивает, все ли знали? Нет, получилось, что не все знали у нас. И вот Рома Кананец, и, в принципе, очень много ребят тоже у нас ответили. Андрей Манько тоже правильно. И вот Александр Баландюк добавил, что он даже немцев забивал. No. Итак, а мы идем дальше. У меня будет просьба к Андрею Савченко, так как звука нет. Андрюш, напиши, пожалуйста, свой вопрос Артему Папенко, да, в Вайбере, пока я буду, ну, пока буду задавать, то есть ты посмотришь. У него звук подключен вообще, вот. Да. Итак, идем в следующий вопрос. У нас был в прошлый раз похожий вопрос. И в этот раз точно так же, может, кто-то и не знает, а кто-то узнает, что будет новенькое. Какое из этих противостояний называют Ронское дерби? Как вы видите, это связано с Францией. Четыре варианта. Первое – это Монако-Ницца. Второй вариант – это Лион-Сент-Этьен. Третий вариант – ПСЖ-Марсель. И четвертый вариант – это Бордо-Асер. Вот таких четыре дерби. И какое из них называется Ронское? А я пока что задаю вопрос Андрею Кименко. Андрей, Франция для тебя интересна какими командами? И кто из игроков для тебя был во Франции самым интересным? Мне в свое время был очень интересен Олимпик. Лион, да? Угу. Скажем, ранее они были такой сильной лошадкой до прихода шейхов в ПСЖ. Вот. Ну и, конечно, Монако со своим Фалькао, когда они его приобрели, стали чемпионами, и действительно много хороших футболистов было, вот, играло в Монако. Ну, они их распродали, заработали себе денежек. Угу. Коммерческая такая жилка у них прошла. Угу. Но вот ранее Лион, скажем так, в свое время. Угу, спасибо большое. Дима, у тебя любимая команда во Франции есть? Марсель нравился. Нравился Марсель, когда Дрогба там играл. Бортеже там тоже, по-моему, в свое время играл чуть-чуть. Угу. Но так я не очень слежу за Францией. Я знаю там эти все команды плюс-минус, но я не болею ни за кого-то. Угу. Хорошо, спасибо большое. Пока мы смотрим результаты студии, я хотел попросить наших участников в Фейсбуке написать, какая для вас команда Франции является самой интересной. Итак, смотрим, как голосует у нас студия. Итак, номер два полностью единолично.
Александр Баландюк передает привет, говорит, Ваня, сберися. Итак, Карлина пишет, ну, в принципе, тоже смотрит правильный ответ, как у нас проголосовали в Фейсбуке, как проголосовала на студии. И у меня будет один вопрос. Тём, давай студию, чтобы запишем результат. Да. Итак, смотрим. Номер два, Леон Сент-Этьен. Абсолютно, у нас сегодня, как никогда, говорю, за все выпуски. Интересно, что студия четко отвечает. Павло, звідки ти знав, що Леон Сен-Етьєн? Я дивився, мені, знаєш, логіка підказала, бо я чесно так не особо орієнтувався. Ну, я дивлюся, знаєш, Ронської і дивлюся на Олімпік Леон, типу, так ніби як Леонської підходить, знаєш. Того я чисто так, ну, десь інтуїція підказала, ну, на факті, говорю. Вот, интересный. Но у нас комментируют ребята в Фейсбуке. Вот Виталий Гимченко пишет Нант, Андрей Манько за Марсель, Рома Канонец Марсель, Женя Грицюк Бордо. В общем, разная биография, кто болеет за французские клубы. А мы идем дальше. И следующий вопрос у нас. Тёма, зачитаешь? Да, сейчас одну секундочку зафиксирую. Кто из этих футболистов не забил в серии пенальти 1/8 финала чемпионата мира 2006? Варианты ответа. Милевский. Второй вариант. Шевченко. Третий вариант. Рыбров. Четвертый вариант. Гусев. Кто из этих футболистов не забил пенальти в серии пенальти 1/8 финала чемпионата мира 2006 года? Милевский, Шевченко, Рыбров, Гусев. Не забил. Кстати, мне вот интересно, Андрей Кименко, ты помнишь, с какой командой пробивала сборную Украины? Я даже помню, кто в какой последовательности пробивал эти пенальти. Да, это была Швейцария. Да, пока это что... был такой эпик. Это был просто день Шелковского, вот так вот можно его называть. Угу. Да, в этом плане. Интересно, Паш, а ты помнишь? Не особо помню, если честно. Так, запутано. Хорошо, мы тогда... Хотел еще спросить, Дима, а ты помнишь? Я вот сижу, вспоминаю. Я столько интервью недавно смотрел на эту тему, многие говорили об этом. И я вспоминаю, я вспомнил. Сейчас посмотрим, я правильно вспомнил или нет. Ну вот, кстати, в Фейсбуке у нас интересно, что все пишут правильно, с какой страной играли. Все, наверное, болельщики сборной Украины очень хорошо помнят и этот чемпионат мира, да? Кстати, кто помните, кто тренировал сборную? Да, Олег Блохин. Да, Олег Блохин. Итак, он пообещал тогда, да, вы помните, вывести сборную, и он вывел на чемпионат мира. Ну, мы смотрим, как студия... А можно еще номера, чтобы правильно? А, хорошо, да, давайте еще раз покажем, да, то есть что у нас. По таким номерам. Итак, напоминаю, Милевский номер один, два Шевченко, три Ребров, четыре Гусев. Итак, смотрим, Женя Грицюк ответил. Очень интересно, итогово в Фейсбуке мы смотрим. Итак, у нас разделились мнения, что номер два и Андрей Савченко номер четыре считает. Андрей Савченко номер четыре. И смотрим правильный ответ. Правильный ответ как раз вот номер 4, то, что написал Андрей Савченко. Это последний пенальти пробивал Гусев и забил. Да, и забил. А пробивал Шевченко, как вы помните, у ребят некоторые написали у нас в Фейсбуке правильный ответ, что каким по очереди пробивал Шевченко, кто помнит? Первым. Да, первым, правильно, и многие написали. Евгений Морозенко написал, тоже дал правильный ответ. Иван Заставский. Ну, в общем, смотрим. Дальше вопрос. Теперь идем мы, давайте еще один вопрос, и после чего попросим задать Андрея Сославуты. Да? Итак, смотрим. Тём, продиктуешь, да? Какой из этих клубов был основан раньше других? Варианты ответа. Один – Парма. Второй вариант – Удинезе.
третий – Перуджа, четвертый – Венеция. Какой из этих клубов был основан раньше других? Парма, Удинезе, Перуджа, Венеция. Иными словами, самый старый клуб из этих четырех. Да. Ну, а я хочу спросить, вы уже узнали, что кто ходит в Славуте, в каких футболках. Андрей, для тебя вот какой итальянский клуб ближе всего? И похож по стилю игры на вашу Славуту? На Декорленд? Славутський футбол завжди був атакуючим, якби, і, ну, напевне, цього зразка італійського чемпіонату мало команд підходить під славутський стиль, тому що всі італійські команди є, перш за все, оборонозастосовуючими. От. Тому, ну, не знаю, напевне, в той момент, що найбільше зараз голів забило Аталанта і Лаціо, відзначив би цих дві команди. А в Тячеві, я знаю, є команда СК Тячев і Беркут є. От хто із них більше схожий? Я думаю, ті, хто кричать мочи. Ага. No. Ну, це питання зараз до Павла. Павло, як вважаєш? Хто ближче? Я навіть не знаю, якщо чесно. Це... Так всі близько, знаєш. Ага, добре. Тоді, поки, значить, бачимо, як голосує у нас студія. Як вважають наші люди, які в Фейсбуці коментують для вас, яка команда в Італії є номер один от на протязі всього часу, з, ну, котрого ви вболіваєте. І так, як проголосувала на студія? Значить, раз відповідь. Андрій Якименко, Дмитрій Сосоєв і Андрій Савченко номер три. Андрій Славута номер 2 і Павел номер 1. Ну, починаємо плести. Да, Женя Грисюк пише, що в дитинстві болів за Парму, коли там грав Лиліан Тюрам, а ми смотримо, мабуть, перший вопрос, да, який немножко каже сумнення, це номер 2 команда Удінеза. Хто... Андрій у нас відповідає Славута, правильно? Славута, да. Кто правильно показал номер 2, тот дал правильный ответ. Вот и у нас интересно, что как раз и в Фейсбуке, кто голосовал, не все смогли дать правильный ответ. Большинство почему-то считало, что это Перуджа была одной из первых. Но на самом деле, как вы видите, это оказалось Удинеза. Но мы переходим к студии, и у нас вопрос. Андрей Славута, пожалуйста, если можно, от тебя. Да, конечно. Ну, насправді багато вибирав між командами, там нема особливо улюблених. Хотів зробити приємне жінкам, так як скоро гряде свято матері, і кожна жінка в серці футболіста займає особливе місце. Але все-таки Шальке Терезів схилила збірну України, і питання слідуюче. Добре мене чути всім? Да-да. Скільки тренерів, враховуючи діючого, наголошую, офіційно займали посаду головного тренера збірної України? Ви окремо хочете винести, не враховуючи виконуючих обов'язків, не враховуючи. Всім питання зрозуміло, чи повторити? Понятно, но повторим. Поняв. Скільки тренерів, враховуючи діючого, по кількості, зараз я скажу цю кількість, офіційно займали посаду, і дехто з них ще займає, головного тренера збірної України, не рахуючи виконуючих обов'язків. Більш-менш зрозуміло? Угу. Хорошо, озвучую відповіді. Значить, перша відповідь – 1. 11. Друга відповідь – 12. Третя відповідь – 13. І четверта відповідь – 15. Кому що не зрозуміло, можу повторити. Перша 11, друга 12, третя 13. 13 і четверта 15. І четверта 15, да? Так точно. Не враховуючи виконуючих обов'язки. Угу. Андрій, поки ребята думають, скажи, пожалуйста, для тебе хто був самим лучшим тренером збірної України на протяжении її історії? Ну, якщо за результатами, то напевне точно Блохін. Він як мужик сказав і зробив.
єдиний, хто зі всіх, хто пробував це зробити. І респект і уважуха йому, в принципі, за це. Трошки облажався в майбутньому відборі. Ну, це таке вже, якби. Але він війшов в історію, по-перше, що сказав, зробив, вивів, і потім довів збірну України до невиданих до цього, якби, висот. І дуже складно буде, ну, в майбутньому, прийдеш, ну, там 10-20 років, я думаю, повторити цей успіх. І тому заслужено ставлю оцінку Олега Блохіна, хоча він мені не сильно імпонує як тренер. Mm-hmm. Тобто зараз свої, якби, скажімо так, ну, якби свою перевагу я надав би Андрію Шевченку, який дійсно сколотив класний такий духоспосібний колектив з молоді. От. Ну, подивимося, як буде далі. Можливо, мої слова і він заперечить своїми діями. Дякую. Тоді дивимося, як у нас голосують хлопці в студії. Так, Паша 2. Андрій. Так. 3. Андрій Савченко. Савченко. Андрій Савченко. Ще у нас нету одного. Андрій, ти нас слышиш? Я? Славута? Ні. Савченко, поки що. У нього з інтернетом щось поки що. Я йому в Вайбері написав, що він проголосував. Да. Номер один. Да, він вважає, що це номер один. Есть. Итак, правильний ответ, Андрій. Значить, дивіться, правильна відповідь. Було 11 колишніх і зараз діючий Андрій Шевченко є офіційно 12-м тренером. Тобто правильна відповідь у нас номер 2. Ага. Це є правильна відповідь. Угу. І цифра? 2. 12. Да-да. Лише, ну, тобто 11 тих, що відбули, і 12-й зараз діючий. Угу. Відкинули всіх з приставкою ВО. Угу. Як сказав Віталік Демченко, написав, що там много тренерів. Ну, буває. Не нам. І так. Також Женя Грицюк нам добавив. Дмитрий Тимошенко написав, що його хорош, но важний фактор сыграли легіонери. Зіна Маліна Ярмола. Чим більше в Європі грає, тим конкурентніше наша зборная. Хорошо, ми йдемо к следующему вопросу. Следующий вопрос от ХФЛ. Достаточно интересный, і я думаю, що... Вот тут тоже, кстати, может быть единство среди всех, кто у нас в студии находится, участников. Всем известный стадион Маракана получил свое имя по названию. Первый вариант – это бухта, название бухты. Второе – это название холма. Третье – это горы. И четвертое – это реки. Поэтому еще раз повторю. Стадион Маракана. Все знают, да, где находится стадион Маракана? Город. Да. Очень известный Рио-де-Жанейро. Первое – это бухта. Второй – холм. Третий – гора. И четвертое – река. Итак, Андрей Кименко, вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, с чем у тебя ассоциируется вот Маракана? Стадион, если спросят, вот для тебя ассоциация стадиона Маракана? Если не считать стадион, то мне вот с чем-то с такими танцами, не знаю, вот фестивали, как они правильно называются в Бразилии, да, фестивали, которые проходят. Вот такое бразильское действительно слово, веселое, с какими-то такими позитивными эмоциями, с развлечениями. А если учитывать, конечно, футбол, то стадион. Ну и... Интересно, что вот во многих городах свои местные стадионы, вернее, даже в районах, да, в городах называют, это наша Маракана, мы собираемся на Маракане. Вы никогда не играли ни в каком, на каком-то украинском Маракане, нет? Рядом играли. Поэтому так. Хорошо, у нас тоже в Фейсбуке интересно пошли ответы и разные варианты, а мы смотрим, как у нас голосует студия. Итак... Студия у нас разделилась чуть-чуть буквально. Андрей Савченко считает, что это номер 3. Так, остальные все считают, что это номер 4. Да, смотрим, какой правильный ответ.
Кстати, вот интересно, Facebook не так проголосовал, как студия. То есть там большинство считали, что это номер два, а на самом деле это номер четыре. Это река. Такое чувство, что у нас все, кто находится в студии, побывали только-только с Бразилии приехали. Стали об этом вопросе. Тоже интересно. Это больная тема. Хорошо. Мы, ну вот Маракан это район, но Дмитрий Тимошенко писал, что Маракан это район вообще, но посвящен, то есть это он именно реке, непосредственно, которая протекает через этот район. А мы идем дальше. Следующий вопрос у нас это, Тём, прочитаешь? Какой клуб был первым в карьере динамовца Александра Караваева? Варианты ответа. Кристалл, Херсон. Второй вариант. Заря. Третий вариант – Шахтер. Четвертый вариант – Николаев. Какой клуб был первым в карьере динамовца Александра Караваева? Кристалл, Заря, Шахтер, Николаев. Александр Олешко был у нас практически на всех передачах и написал, что хороший вопрос. Спасибо, Саш. То есть он, наверное, один из самых интересных. Рады видеть Касича Сергея с нами. Кася, Сережа, привет. Пока что... Да. Савченко уточняет. Профессиональный же клуб, правильно? Да, конечно, первый профессиональный в его карьере. Пока у нас голосуют ребята в Фейсбуке, я хотел задать вопрос. Андрей Кименко, скажи, пожалуйста, как тебе в целом игра Александра Караваева? Усилил ли он Динамо? Я считаю, что у него неплохая, в принципе, конкуренция с Кинжорой, но они вот такие плюс-минус равные. Естественно, новые футболисты на, скажем, одну и ту же позицию – это всегда плюс. Так как это конкуренция, это больше желание доказать, что ты лучше. Неплохой футболист. Наверное, как и у всех, конечно, бывают где-то спады, но в целом очень даже ничего. Как вот для уровня Динамо, я считаю, что очень неплохо. Спасибо большое. Пока мы смотрим, как голосует студия, я попрошу ребят в Фейсбуке вот написать ваше мнение. Усилил ли игру Динамо Александр Караваев? Итак, смотрим, как голосует у нас студия. Показываем листочки. Номер один. Итак, Андрей Кименко, Павел и Дима Сысоев, номер один. А два Андрея, Андрей Славута и Андрей Савченко, у нас показали номер три. Номер три. И смотрим правильный ответ. Правильный ответ у нас. Андрей Савченко хорошо знаком с этим игроком, вернее, с его выступлением. Что он болеет за этот клуб, это клуб «Шахтер», номер 3. Два человека у нас угадало. Некоторые пишут, что усилил, некоторые нет. Женя Грицюк пишет, что в «Заре» играл лучше. Рома конечно, считает, что нет. Александр Олешко, да. По поводу Караваева. Хорошо, мы идем. Следующий у нас будет вопрос. Андрей мне написал, кстати, вопрос, я могу его зачитать. Да-да, сейчас покажем мы еще. Кто из этих футболистов, изображенных, да, четырех, забил больше голов за сборную Испании? Это первый, это Пуёль. Второй, это Иньеста. Третий, это Рамос. И четвертый, это Хави. Итак, Пуёль, Иньеста, Рамос и Хави. Я хотел задать вопрос. Дим, скажи, пожалуйста, сборная Испании, вот вообще для тебя, ты когда-то ну, тебе интересно было или нет? Не Италия всегда нравилась, я за Италию болею с детства. Вот, а из-за Испании, ну, понятно, мы смотрим, когда они выигрывали все подряд, там, 3, 4, 5, 6 лет, сколько они все выигрывали. Понятно, это поколение было топовое, но... Не могу сказать, что прям за ними следил. Знаю всех их, конечно, по именам, там по фамилиям все знаю, но я не особо следил. И не могу сказать, что прямо там получал огромное удовольствие 6 лет. Тики-так, вот это катают, держание мяча, контроль. Ну, молодцы. Но я за Италию болел, всегда за Италию. Помимо нас. Спасибо большое. Опять же вопрос, Павло Аржиховский. Скажи, пожалуйста, ты ближе всех нас до Испании? Для тебя Европы, это... да? Да.
На скільки? На 700 чи 800 кілометрів ти ближче? Так, так, приблизно, ну. То як, скажи, що ти скажеш про збірну Іспанії? Ну, я рахую, що це одна із самих сильних зборних в світі. На мою думку, що, не знаю, тут така школа, як в Іспанії, там всі... ну, серйозні клуби там, і зараз вибирати, навіть не знаю, хто тут, якщо чесно, попав в бомбардири, зараз методом тика хіба щось чуть-чуть десь попаде. Хорошо, спасибо большое за ваше мнение. Ми зараз посмотрим, як проголосує нас студія, да. А прошу наших ребят, которые комментируют в Фейсбуке, на ваш взгляд, вот кто лучше все-таки игрок за всю историю сборной Испании. Итак, смотрим, как голосует у нас студия. Итак, остался один Соев. Номер три. Андрей Якименко считает, что номер два. Остальные все, что считают, что номер три. Итак, Андрей, скажи, пожалуйста, чего ты так считаешь? Не знаю, мне кажется, я знаю, конечно, что Рамос, он пенальтист такой, но, не знаю, у меня предположение, что Иньеста, во-первых, игрок полузащиты, который чаще подключается к атаке, является таким, скажем, ближе в том направлении, и тоже, в принципе, пенальти хорошо исполняет. Поэтому, ну вот у меня вообще был выбор между Рамосом и между Иньестой. Выбрал вот, собственно, Иньесту. Ну и правильный ответ это был Рамос. И вот Дмитрий Тимошенко написал, что он как раз уже догоняет Вилью. Поэтому, а лучшим игроком практически все считают Рауля в чемпионате Испании. А мы идем дальше. И, наверное, вопрос сейчас будет от Андрея Савченко, команда Машинтех. Том, ты зачитаешь? Да, давай, зачитаем. Французская команда, гремевшая в 90-х годах, в которой играли Кантона, Лямуши, Бланк, Максес. Услышали вопрос, ребята? Повторите. Французская команда, гремевшая в 90-х годах, в которой играли Кантона, Лямуши, Бланк, Максес. Варианты ответа. Ланс. Второй вариант. Нант. Третий вариант. Марсель. Четвертый вариант. Осер. Варианты ответа. Ланс, Нант, Марсель, Осер. Кантона, Лямуши, Блан, Максес. Андрей, я так понимаю, французский чемпионат любит. Ну, пока что у нас, да... Интересно, вот Карлен... Бартимян написал про испанский, это Санти Касорла. Карлена, пиши, пожалуйста, в каких командах он играл? Он сейчас вроде еще за Вильярреал выступает. Он за Арсенал был. Интересный вариант. Хорошо, итак. Давай я повторю варианты ответа. Испания. Вариант ответа первый – Ланс, второй – Нант, третий – Марсель, четвертый – Осер. Голосуем, ребят. Давайте. Паша. Андрей. Дима один, да? Угу. Итак, интересно услышать правильный ответ. Правильный ответ, сэр. Вариант номер 4. Никто не ответил правильно. Хорошо. Один вопрос у нас, который не взял. Да, не одного балла. Идем дальше. Следующий вопрос от Лиги. Смотрим на экран. Какая сборная нанесла самое крупное поражение сборной Англии? Первое – это Испания. Второе – это Шотландия. Третье – это Чехословакия. Четвертое – Венгрия. Какая сборная нанесла самое крупное поражение сборной Англии? Испания номер один, два Шотландия,
3 Чехословакия и 4 Венгрия. Такие у нас есть 4 варианта ответа. И я, наверное, хотел вопрос сказать Андрею Кименко. Скажи, пожалуйста, Андрей, сборная Шотландии тебе знакома? Кто там один из сейчас? А какая еще раз? Шотландия, Шотландия. Нет, честно, нет, особо за Скандинавией не слежу. Шотландия, да, хорошо тогда. А хотел спросить, Павел, а для тебя Шотландия известна чем-то? Ну, наверное, скоріше всього, такими бійцівськими якостями, ну, що будуть гристись, битися в такому плані. Хорошо, Дім, скажи, пожалуйста, для тебе є якась відома шотландська фамілія? Дункан Маклауд. Для юношів. Там Дункан Фергюсон був такий нападаючий, в Англії грав, не просто за кого-то. Итак, смотрим, как проголосовала у нас студия. Тяжелый вопрос, но интересно, какие варианты ответа. Значит, Андрей Кименко номер 4 и Андрей Савченко номер 4. Дима номер 3. Да. И Андрей номер 1, да? Да, 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 да. Записал. Итак, смотрим. У нас даже интересно, что среди ребят, которые голосуют в Фейсбуке, написали не только сборную, но и счет, с каким Англия проиграла. Итак, смотрим правильный ответ. Это номер 4, Венгрия. Венгерцам. И написано, да, то есть проиграли они со счетом 7-1. Интересно, напишет ли еще кто-то из наших ребят в Фейсбуке, в каком это году было? Сложно сейчас представить, да, что Англия сейчас может проиграть команде Венгрии 7-1, но в истории... Венгрия достаточно сильная была. Да, кто помнит, кто был лидером Венгрии тогда? Кто-то помнит? Пушкаш, наверное. А, Пушкаш, да, Пушкаш. Был Пушкаш. Времена Ференса Пушкаш. Да-да-да. Скорее всего. Да. Поэтому правильный ответ еще раз. Венгрия 7-1 счет. Ну, а мы идем дальше. И следующий у нас вопрос... Это... Один момент. Тём, диктуешь? Кто из этих игроков не был капитаном Баварии? Вариант 1 – Оливер Кан. Вариант 2 – Юрген Клинсман. Вариант 3 – Филипп Лам. Вариант 4 – Марк Ван Боммель. Кто из этих игроков не был капитаном Баварии? Вариант 1 – Оливер Кан. 2 – Клинсман. 3 – Филипп Лам. И 4 – Марк Ван Боммель. Дим, ты на какой позиции играешь? Чем дальше, тем ниже. Ты уже на воротах или еще нет? Еще чуть-чуть и буду там. Не, пока в нападении. Скажи, помнишь ли ты игру Оливера Кана? Ну, конечно. Да. Это зверюка. Не знаю, мне кажется, это самый страшный какой-то вратарь за всю историю, который был. На него смотришь и страшно становится. Ну, это авторитет, сумасшедший авторитет, и он недаром был капитаном сколько лет? 25 лет. Mm-hmm. Вот это один из топов. Вот когда ты спрашивал за Шавковского, вот это один из топов. Того времени, да? Mm-hmm. Да. Спасибо. Андрей Сословутый хотел спросить, скажи, пожалуйста, вот и тебе вопрос, и ребятам, которые за тебя болеют в Фейсбуке, сейчас пишут комментарии. Для Декорленда из этих 4 игроков, вот кого бы вы взяли к себе в команду? Кто бы подошел из этих 4 игроков для вашего сейчас стиля игры? Для нашего стиля игры найбільше, наверное, похожий Кан на нашего вратаря Дудера. Хотілося сказати. Він брав, кстати, перше місце в Києві. Роблю таку невеличку рекламу йому. Якби чувак 22 года нічого не боїться. Після армії прийшов і відбитий на всю голову, як Олівер Кан. Хорошая характеристика. Для молодых, Паш, полезно. Для молодых полезно. Ага. Паш, для Тячева, кто там, кого ты приглядел из этих 4? Нам бы так вперед, в нападении кого-то. Тут все так, ну так Клинсмана я бы, ну, плюс-минус. Паш, он уже бежит к тебе, видишь, с обедом. Да, да, да. Обедом. Хорошо, итак,
Кстати, пишет вот Виталий Генченко, что страшнее был Шумахер. Немец тоже выносил всех ногами вперед. На болиде. Шумахер был пораньше, да, чем... Итак, смотрим... Итак, смотрим правильный ответ. Вот Карлен написал, что кое-кто из них был против Ювентуса капитаном. Итак, ваш правильный ответ студии. Номер два. Ну, смотрим правильный ответ, насколько он правильный. И он правильный. Действительно, номер два, Юрген Клинсман, он был капитаном сборной Германии, да, но не был капитаном Баварии. Опять, сегодня как никогда у нас студия, ну, отвечает одинаково. Ну и, в принципе, среди ребят, которые в Фейсбуке, тоже дают нам правильные ответы. А мы идем дальше. И вопрос от Димы. Дим, вопрос от тебя. Ну, давайте по теме команды. Он очень простой, и в прошлом выпуске у вас был похожий вопрос, но тем не менее, долго не думали. Mm-hmm. Шахтер Донецк. Первый чемпионат Украины. В каком году он был? Mm-hmm. Это да, это не вопрос, это просто размышление. Второй, третий. Чего остальные думать так начали? Второй, да. Какое место он занял в первом чемпионате Украины? Очень простой вопрос. Должны знать. Четыре варианта. Третье, четвертое, пятое и шестое. Минута пошла. Угу. Тогда, кстати, в то время не было столько, как сейчас, да, информационных спортивных изданий. Тогда была, если вы помните, одна из первых, это тогда газет, которая была очень популярна. Кто помнит ее название? Команда молодости. Даже была. А вот первая вообще. Кто помнит? Такая газета была. Я не знаю, кстати, может, она уже даже существует только в электронном виде. Это «Украинский футбол». Да. Такая, как бы, стояли в киосках, покупали, ждали ее выпуска. Там было очень интересно. А первым чемпионом, Дим, пока ребята думают, кто был, напомни. Таврия. Все хорошо знают. Ответ. Итак, смотрим, как голосует у нас студия. А можно еще попросить, раз варианты повторить? Вот первые это какое? Три? Третье, да? Три, четыре, пять и шесть. Вообще ничем не помогло. Интересно, Александр Баландюк, что имел в виду, что написал. А вот Иван Заставский пишет, что Нева Тернополь их носом возила в то время. Итак, смотрим. Нет, какое место и какое расположение ответов? Номер один, третье место. Номер два, четыре. Номер три, пять. И номер четыре, шесть. Интересно, что Иван Заставский добавил, что они даже хотели сняться. Итак, смотрим. Андрей Савченко еще. Андрей, это вопрос к тебе ближе всего. Поэтому Савченко ждем. Номер три, по-моему, поставил. А? Савченко номер три поставил. Номер три. Хорошо. Все, Тём, ты записал? Да. Да, Андрей Манько помнит. Украинский футбол с казаком на титулсе. Так и было. Итак, Гим, твой ответ? Номер четыре. Четвертое место они заняли. Угу. Тогда. Ну, четвертое место номер два, значит. Нет, четвертое место они заняли. Да, а цифра? Номер... А вариант второй. Второй. Ну, вариант второй, да. Паша правильно отвечает. Один. Да. Да, все нормально, Паша. Ты запутался к ним просто. Хорошо, итак, ребята, последний вопрос сегодня, на сегодняшний день, и будем определять, кто победитель. Смотрим. Вопрос, наверное, тоже не сложный, так как вы сегодня отвечаете, скорее всего, вы снова ответите все вместе, но попробуем. Тём, зачитаешь? Кто из этих клубов был первым в карьере Зинедина Зидана? Вариант 1 – Сен-Этьен. Вариант 2 – Кан. Вариант 3 – Монако. Номер 4 – Бордо. Какой из этих клубов был первым в карьере Зинедина Зидана? Сен-Этьен, Кан, Монако, Бордо. Зинедин Зидан, я думаю, за его карьеру. Основные воспоминания. Вот мне интересно просто,
Андрей Якименко, скажи, пожалуйста, для тебя Зидан ассоциируется с каким клубом, как игрок? С Ювентусом. С Ювентусом. Паш, Ювентус после Реал, конечно. Угу. Паш, для тебя вот... Ну, а я с Реалом у меня так. Угу. Дима, у тебя? Ну, тоже Реал, наверное. Это последние воспоминания, не более свежи. Угу. И Андрей Сословутый? Реал и Ювентус все-таки. Да. Самые известные его клубы. У нас вечный вопрос. Зидан лучше тренер или игрок? Тренер. То есть, игрок. Считаю. Ну, игроков таких было много, а тренер один, кто выиграл 3 Лиги Чемпионов подряд. Я считаю тренер. Ну да, да. Угу. Хорошо, спасибо большое. Кстати, вот тоже хотел, чтобы в Фейсбуке у нас прокомментировали. Как вы считаете, Зидан лучше как тренер или как лучше как игрок? Напишите, пожалуйста, ваше мнение. А мы смотрим, как голосует у нас студия. Итак, значит, Андрей Якименко и Дима Сысоев считают, что это номер 4. Остальные считают, что это номер 2. Итак, смотрим правильный ответ. У нас уже... Итак, правильный ответ. Это номер 2 и команда Кан. То есть это первый, да, первый его был профессиональный клуб в карьере. Не все смогли ответить. Карлен написал, что это был потрясающий игрок. Виталий Демченко написал, что он в Ювентусе был лидером. Андрей Манько тоже считает, как игрок. Я гравець. Він був найкращий. Итак, Артем Павленко сейчас подсчитывает результаты. А мы, наверное, начнем с Андрея Якименко. Ваши вот пожелания сейчас... Ну, не только сейчас, вот любителям футбола. Каждого так мы пойдем по очереди, да, каждый от себя. Крепитесь, ребята, смотрите футбол по камере по телевизору. После выходите на поля, показывайте класс, получайте удовольствие от футбола, от игры, меньше вам травм, что тоже немаловажно. Кто занимается этим профессионально, вам же, конечно, скорее вернуться, больше титулов, побед. Ну и всегда оставайтесь с людьми, никогда об этом не забывайте. Спасибо большое. Все, спасибо. Спасибо, Павло Аржиховський. В першу чергу хочу подякувати всім хлопцям. Нам би було цікаво, може, зібратись десь в одній команді і зіграти проти другої, як би це вийшло. Побажати всім здоров'я, щоб, як вже колега сказав, щоб поменше було травм. Перемог, всього найкращого. Дякую, що так ви нас оторвали від карантину, що ми чуть-чуть, можна так сказати, розвіялися в футбольному інтелекті, де б ми так, ну, я за себе говорю, не дуже сильні, но плюс-мінус інтересно. Спасибо всім, було приємно, всім до побачення. Спасибо большое. Андрій Сословутий. Перш за все, хотілося подякувати організаторам, якби, бо ну, я розумію, наскільки це складно це все організувати, особливо в умовах карантину. Подякувати двом Артемам, які проробили, як на мене, величезний обсяг робіт і доєднали ну, велику кількість команд, як професійних, так і аматорських. Це дуже круто бути частинкою цього дійства. Дякую, що ну, в якийсь момент ви мене запросили, там, можливо, через моїх знайомих. Якби я дуже радий стати частинкою історії, дуже радий приєднатися до цього всього. Якби це було круто, ну, дуже хороше часопроведення, скажімо так, дуже приємно спілкуватися з розумними, обдарованими і інтелектуальними людьми. Якби завжди стараюсь і шукаю таких, якби, тому що тільки з такими людьми ми можемо якби рости, як в спортивному, скажімо так, ну, тобто в спорті досягати всяких висот. І спілкуючись з розумнішими собі, ми можемо розвиватися як індивідуум. От, тож, бо хотів ще раз подякувати всім учасникам і організаторам перш за все, бо вони дійсно зробили дуже круту програмку, взагалі дуже крутий якби формат. І ну, всім великий респект, всім дякую. Дякую. Дім,
тебя пожелание. Спасибо, что позвали, во-первых. А во-вторых, спасибо, что доказали мне, что я таки сладкая булочка сегодня был. Мне надо учить эту историю еще для себя. Я думал, что я многое знаю, оказывается, ничего не знаю. А глобально, надеюсь, осталось пару недель нам еще футболистам посидеть, 2-3 недели посидим в этом карантине, еще вернемся к своему любимому делу, потому что я думаю, что так же, как и мне, его не хватает всем, кто здесь присутствует, и в эфире, и не в эфире. Поэтому ждем его. И тяжелый сейчас период у нас, видите, везде у всех. Тоже, кого он коснулся, этот карантин и последствия его всем, кого он коснулся. Я желаю, чтобы все вытерпели это, потому что знаю, что многие сложности в связи с этим возникли. А это важно. Это важно, потому что футбол футболом, а есть еще другая жизнь. Желаю вам, чтобы со своих проблем, у кого они, не дай бог, появились, чтобы выкарабкались. Всем удачи, ребят. Спасибо большое. Андрей Савченко, ты сказать можешь или только головой сейчас можешь помахать нам и руками? Он написал с Богом. Спасибо большое. Я хотел тоже добавить как раз касательно этой... Мне нравится, знаете, есть в Библии книга Псалтыри, вот Псалома, буквально 3 стиха, что «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит». Вот хочу пожелать, чтобы мы доверяли Богу и знали, что Он ведет нас по необходимому пути. Поэтому пусть Господь благословит вас, ваши семьи, тех, кто с нами также в Фейсбуке. Благословение вам от Бога. Ну, я передаю слово Папенко Артему. Да, хлопці, давайте підійдемо підсумок і подякуємо кожному. Хочу в першу чергу виразити подяку, да, що ми провели цей ефір. Я думаю, що кожен трішки отримав частинку позитива, втонувся в нашу любиму справу – футбол. Да. Сподіваюсь, ми таким чином приблизились до нього. Давайте я назву підсумки і, ну, і далі ще скажу декілька слів. Значить, підсумок ефіру наступний. Дмитро Сисоєв набирає 9 балів, Андрій Савченко – 11, Якименко Андрій – 12, Павло Жуковський набирає 13 балів і переможець ефіру Андрій Декоровен Славута, Андрій Сіліщів набирає 16 балів, переможець сьогоднішнього ефіру. Це ще стосується результатів. Тепер давайте ще побажання хочеться сказати. Хочеться, щоб ми вже дійсно завершили цей карантин, вийшли, почали займатися всі спортом, тому що на сьогоднішній день велика маса людей. Я думаю, не дивився статистику, але я думаю, що це 2-3, може більше мільйонів спортсменів сидить дійсно в карантині. Тому хочеться всім побажати на сьогоднішній день, щоб ми з позитивом дивилися в майбутнє, аналізували, пройшли цей період, зробили для себе чудові висновки, займалися футболом, спортом, і все у нас, я думаю, вдасться. Що стосовно наших турнірів, хочеться сказати, що ми, оскільки ми вже приближаємося до футболу, я хочу сказати, що ми і анонсувати, я сподіваюся, що після зняття обмежень карантину ми точно дату анонсуємо. У нас по планам це міжнародний турнір в Затоці, і як тільки буде відомо, що буде послаблення, ми його анонсуємо. Ну і турніри в Києві 11 на 11, 8 на 8, 5 на 5. Всі формати у нас є, тому запрошуємо. І дякуємо всім, хто був сьогодні в ефірі. Дякуємо всім, хлопці. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо. Андрей в Лиге чемпионов. Да. Спасибо. Да, спасибо. Пока. До новых встреч.